Яви. Яви.
Вот обезболивающее. Блять, уебок. Все в порядке, Армано? Какой-то хуило захотел моих денег. Я разобрался. Что, кто-то с района? Назови хоть одного такого борзого у нас на районе. Слушай, Ви, нарисовалась проблема. Серьезная. Говори уже, давай, что у тебя там стряслось? Я, ну, задолжал Кирку. Если до завтра не отдам, он мне ноги переломает. А с ним вообще лучше не ссориться. Его картели прикрывают. Ты взял взаймы у Кирка? Он же ебаный ростовщик. Каждая крыса в Хейвуде это знает. У меня это, брат откинулся. Надо было его встретить. Сам виноват, знаю. Когда же ты поумнеешь, Пепе? Надеюсь, у брата твоего все в порядке? Ну, пока вроде справляется. Так ты мне поможешь? Я поговорю с Кирком, а ты мне потом будешь должен. Он Ведь хороший мальчик, только правда. Шалопутный. У него свои демоны. Они терзают его душу. Я передам, что вы извиняетесь и хотите помириться. Гнев, ярость, бойня, вру, отдайся инстинктам. Эй, а где остальное? Разгружаем пока. Ага. Учти, я проверю. В прошлый раз не хватило двух бутылок синсона. Нет, да ладно, не может быть. Привет, Кирк. Есть дело. Ви, какие люди! Выкладывай, что тебе надо. Пепе просил с тобой поговорить. А он сам что, стесняется? Так ты скажи ему, что я не кусаюсь. Пока что. А тебе хули надо? Сколько он тебе должен? Очень много. Точнее сказать не могу. Конфиденциальная инфа. Только не говори мне, что у ростовщиков появились принципы. Ну, блядь, прикинь, чудеса случаются. Перенеси срок, а? Он все вернет. Ему просто нужно больше времени. Я что, по-твоему, благотворительный фонд? Если ты занимаешь, то будь добр отдать с процентами. Он, блядь, знал, на что подписывается. Да из чего мне давать поблажки ебанатам, которые не держат слова, а? Дело не в нем. Просто я об этом тебя прошу. Ну, ты меня знаешь. Я человек деловой. Скажи, что мне с этого будет. Вот что я тебе скажу, Кирк. Мне кажется, ты иногда забываешь, что ты ведь не местный. Ты приезжаешь в Хейвуд с гастролями, а живешь-то в далекой-далекой Пасифике. Это ты сейчас к чему? К тому. Я бы советовал тебе включать мозг, прежде чем наезжать на кого-то из местных. Хм. Ну, можем кое-что придумать. Что это такое? А ты глянь. Окей. Клевая тачка, да? Во всем городе таких всего 4. Одна у директора Рейфилда. Вторая у мэра Райана. Третья стоит в пункте проката. А четвертая? А четвертая скоро будет у моего клиента. Конечно, после того, как ты ее угонишь. После этого вы с Пепе будете в расчете? Само собой. Я свое слово держу, ты же знаешь.
Все просто. Угонишь для меня этот... Рейфилд. Спешу долг Пепе. И тебе тоже что-нибудь подкину по доброте душевной. Мой человек Рик работает на парковке углей. Это клуб, где бывает хозяин Рейфилда. Каждый вечер пятницы он там как штык. Как только ты придешь, Рик выключит камеры, откроет ворота и вперед. Тебе останется только сесть в Рейфилд и укатить. Все просто. А кто владелец? Да какой-то японец из Арасаки. Приехал, раскидывается тут деньгами направо и налево. Как его зовут? Не знаю, да и похуй. Мое дело искать редкости, а его тачка эпически редкая. На толковый план не похоже. А на что похоже? На то, что ты пытаешься найти лоха. Это не подстава, Ви. Ты же парень умный, неужели не хочешь немного подзаработать? А этот твой Рик? Я доверяю ему как брату. Как ты себе это представляешь? Я влетаю под пузо этому Рейфилду, замыкаю провода и дальше еду куда хочу? Кирк, у таких машин есть сигналка. Кстати, очень хорошая. Вот этой вот хреновиной открывают двери в сервис-центрах Рейфилда. Она обходит идентификацию личности. То есть это ключ от всех Рейфилдов в городе? Да ладно, Кирк. Ты ведь сам в это не веришь. Волшебники из Кабуки и не такую технику продают из-под прилавка. Укрепись в вере, брат. Так что, согласен? Согласен. Молодец. Я же говорил, что ты умный. Езжай в угли, это в Глене. Рик будет ждать тебя в гараже. Договоритесь с ним обо всем. Удачи там. Если что, я всегда на связи. Сегодня была у Хави. Мелон не будет. Слава богу, завтра ее прошу. Не пизди. Этот каброн лучший в своем виде. Ну, Смита и Эрнандеса-то он положил. А Кано его сделает. Вот увидите. Японец? Бокси? Да ладно. Во всех подряд. Кано быстрый. Как его положить, если мы... Тяжелый сукин сын. Так, блядь, а чё это я не вижу ни лимонов, ни лаймов, а? Подайте мелочи ветерану. А ты у нас сегодня ветеран? Ха, ну а что? Военным всегда больше подают. На, держи. Спасибо, мальчик. Помоги тебе Бог. Кибернетический Бог пожирает своих детей. Крикни своих людей в Санто. Пусть приготовятся. Да, падре. Ну надо же. Кого я вижу? Ви, давно не виделись. Не знал, что ты в городе. Да. Дом, милый дом. Себастьян и Бара ничуть не изменился. Никто уже не называет меня по имени. Я и сам его почти забыл. Как дела, падре? Да все так же. В Хейвуде ничего не меняется. Ты лучше о себе расскажи. Я вернулся из Атланты пару недель назад. Вижу, что дома тебя уже встретили. Как там, на Востоке? Расскажу как-нибудь. Мне сейчас надо по делам. Так давай мы тебя подвезем, заодно и расскажешь. Маркус, поехали. Тебя куда? В Глен. Подбросьте меня к углям. К парадному? Нет, к черному входу. Я покажу, где встать. Маркус, ты слышал? Ну как тебе старый добрый Найт-Сити? Заказы есть? Тут немного изменилось за последние 2 года. Это же Хейвуд. У него корни крепкие. И кровь их питает все та же. Ну, расскажи, как у тебя жизнь? Мелочь всякая, то тут, то там. Ничего крупного пока. Так что я справляюсь. Но спасибо, что спросил. Так что, Атланта оказалась не такой, как ты ожидал?
Как видишь, я вернулся. Если бы ожидания оправдались, я бы остался там. Может, это все и к лучшему. Черт! Останови машину. Что такое? Ничего. Оружие есть? Себастьян и Барра. Похоже, мне сегодня повезло. Чего тебе? Разобраться. Раз и навсегда. У меня к тебе хорошее предложение, папаша. Ты уебываешь свисты и ребят своих забираешь с собой. Я отдаю тебе Глен, и мы квиты. Можешь спать спокойно. Ха. Видишь, какой я добрый. Еще ну? Хоть одно слово? А ты не лезь, я тебя не знаю. Я тебя тоже, а это значит, нихуя ты тут не стоишь и нихуя не можешь. Ну, что-нибудь еще? Мне кажется, наш разговор подошел к концу. Берегись, падра. В этом городе легко поймать пулю, к тебе это тоже относится. Маркус, трогай. Я рад, что ты не забыл свои корни. Держишься молодцом. Вокруг всегда полно таких недоносков. Они крутые, пока ствол не увидят. Что за чувак? Да неважно. Через неделю его не станет, зато появится другой. Он угрожал тебе оружием. Верно. И он за это заплатит. Встань вон там. Да, спасибо. Дальше сам спущусь. Вот, на прощание. Твой номер? Может пригодиться. Вдруг мы с тобой еще поработаем вместе, как 2 года назад. Спасибо, падре. Мне пора. Ну, с Богом. Да чтоб тебя! Ай, бля! Я на месте. Ищу твоего человека. Рик отличный парень, отвечаю. Доверяю ему как брату. Да, ты уже говорил. Да, чем могу служить? Я от Кирка. Ага. Камеры я вырубил. У тебя 20 минут. Делай свое дело. Кирк, вижу машину. Твой час настал, малыш. Действуй. Сейчас протестируем это чудо техники. Маловерный ты человек. Видишь? Мы богаты. Теперь заводи тачку и позвони мне с дороги. Подскажу, куда ехать. Ага. Похоже, проблем быть не должно. Вылезай. А ты еще кто? Вылезай, блядь, живо! Блять. Водить умеешь? Вылезай. Ты чё творишь? Этинган.
Не с места! Вы арестованы! Никуда не дергаться! Поднять руки так, чтобы я видел! Медленно! Мордой в землю, сука, быстро! Джеки Уэллс, мой добрый сосед. Так и не поумнел ни на грамм. Эй, детектив Стинс! Надо же, какая встреча! Инспектор Стинс. Один хрен. Погоди-ка. А тебя я тоже припоминаю. Да? Давай, говори. А я тебе не нет. Не стесняйся. А ты вроде уехал в Атланту искать счастье. Похоже, не нашел, да? Я говорил, что у всей Хейвудской перхоти одна судьба. Тут рождаться, тут жить и тут подыхать. Я, как всегда, был прав. Ни хера ты обо мне не знаешь. Что, правда, глаза колет? Следи за языком, а то я рассержусь. Да ладно, инспектор, тебе-то с этого что? Закроешь нас, посидим мы до суда, поплюем в потолок. Отдадут нам максимум пару месяцев. А может, и вообще отпустят, потому что в тюрьмах только стоячие места остались. Воры — это они? Бля, простые припёрся. Уличные бродяги? Мы взяли их с поличным, мистер Фуджиока. Сейчас поедем в участок. Да нахрена это надо? У меня нет времени снимать показания и играть в следствие. Вы предлагаете их отпустить? Я предлагаю сломать им ноги, надеть наручники и бросить в море, чтобы не всплыли. Все это слышали? Бля. Вот честно, там такая обстановка была. Я уж решил, что мы живыми не выберемся. Ха, я тоже. Стинс та еще, конечно, мразь. Но капля чести у него все-таки осталась. Думаешь, это его честь нас спасла? Ага. И то, что он сам из Хейвуда, как и мы. Если б не я, ты бы уже рассекал по городу на этой красавице. Нет, это я виноват. Как это ты? Копы же не сами собой нарисовались. Это моя отмычка подняла тревогу. Ну, познакомимся по-человечески. Джеки Уэллс. Ви. А, погоди. Ты бываешь в Койоте. Погоди, Уэллс? Как мама Уэллс? Ну, понятно, откуда я знаю эту фамилию. Все верно. Койот — это кабак моей мамы. Странно, как мы раньше не встретились. В Койоте я и получил заказ на тачку. От Кирка. Ты работаешь с этим абсосом? Пепе торчит ему кучу денег. Вот я за него и вписался. Твой Пеппа, конечно, вообще. Прогнуться под такую гниду, как Кирк. Ты же слышал, что говорят. За ним стоят картели. Картели? Нет, нет. Я видел ребят из картелей и могу тебе гарантировать, ни один из них про Кирка даже не слышал. Этот каброн еще пожалеет, что подставил кого-то из Хейвуда. Я бы чего-нибудь заточил. Vamos. Вот так сразу? Ты мне только что пушку к виску приставлял. Да, кто помогает моим друзьям, тот мне тоже друг. Ну чё, без обид? Без обид. А чё, как по мне, это хорошее начало. Начало чего? Нашей дружбы. Мы просто два сапога пара. Ну давай, пошли. Я с утра ничего не ел. Еда – это хорошо. Пошли.
Привет, привет, Найт-Сити! У микрофона Стэнли, и мы с вами встречаем очередное незабываемое утро в городе мечты. Честно, я люблю Найт-Сити как родную мать. Правда, это такая мать, которая отдает тебя в приют, а потом останавливает на улице и спрашивает: «Закурить не найдется?» Каждый день сюда приезжает по 100 человек. Правда, через год от них остается только половина. И это если год был хороший. Зачем же они едут в Найт-Сити? Конечно, чтобы стать уличными самураями, как Морган Блэкхенд и Уайланд Бобо. Как говорится, чем выше риск, тем больше награда. Но выше линии люди обычно не задерживаются. Чем быстрее ритм твоей жизни, тем быстрее ты выгораешь. И тем больше шансов поймать пулю. Сами знаете, где сейчас большинство легенд Найт-Сити. На кладбище. Абсолютно насрать, с чего ты начинал и откуда приехал. Самое главное, какую дорогу ты для себя выбрал. Это Найт-Сити. Город мечты. Наша пропавшая Чика где-то в этом здании. И те, кто ее похитил, тоже, скорее всего. Смотри в оба. Слышишь, Ви? А, кстати, у меня есть подарочек. Мелитеховский обучающий чип. На случай, если захочешь освежить знания, так сказать. Как насчет небольшой виртуальной разминки? Нет, Джек, у нас мало времени. Давай потом. Потом, так потом. Маньяна, маньяна. Вакака сказала, как лучше выполнять этот заказ. Я тебе не мама. Тебе платят, ты и думай. Работа легчайшая. Я готов. Лифт. Пошли. Цель Сандра Дорсет. Ее биомон пару часов как пропал с радаров. Похоже, ее похитили. Возможно, она уже мертва. Не знаю, успеете ли вы. Успеем ли мы, Бак? Я понимаю, ты не расхаживаешь тут с нами. Но мы все равно одна команда. Команда. Как мило. Бак, ты все-таки наша поддержка. Нужна поддержка? Звони по телефону доверия. Номер 1237. Цель должна быть там, но я не вижу ее биомона. Хоть бы она была жива. Это ты? Ненавижу играть в спасателей. Не тормози. Надо взломать дверь. Сможешь обойти защиту? Высовывайся.
Давай быстрее, Ви! Ви! Мы что, опоздали? Ви, глянь, это она? Наша цель? Сандры Дорсет корпоративный иммунитет второго уровня. Она девочка из высшей лиги. А у этой зототеховские подделки с черного рынка. Такие в любой подворотне ставят. Это не она. Ищем дальше. Еще пендахос. Убери его по-тихому. Не дергайся, а то нас увидят. Красава. Сам бы лучше не сделал. Новые тела на подходе. Они уже близко. Мясники и бочи. Возьмем их. Суэрте. С этими разобрались. Только это явно не все. Идем дальше. Я за тобой, Ви. Thank you.
датчиках дверь. Черт, где эта девица? Ищите, должна быть где-то там. Тихо, мы еще никогда не работали. Не совсем в моем стиле, но все равно топ. Господи боже. Пиздец, Ви. Меня сложно напугать. Я всякое повидал. Но это... Это она. Наша цель. Мы успели? Она жива? Сейчас проверим. Ви, подключись к ее биомону. Проверим, что с ней. Она лежит в ванне. Еще с одним телом. Их кинули, как куски мяса. Соберись, Ви. Если ее спасут, она ничего не вспомнит. Будет маленький шрам в подсознании, и все. Я слышал, те, кто такое пережил, страдают от приступов паники, хотя не знают почему. Пьешь такую холодную воду и раз, руки начинают трястись. Ви, подключись к биомону, проверим, что с ней. Подключаюсь. Сандра Дорсет, NS570442, платиновый статус в травме. Платиновый? Бля, к ней по первому чиху должны были приехать. Видимо, что-то блокирует сигнал. Могли ломануть биомон, поменять прошивку, запустить нейровирус. Караху, Тибак! Это тебе не вип-клиника! Тут ванны со льдом и крюки с топорами! Значит, это что-то простое. Есть мысль. Проверь, в нейропорте нет щепки? Если есть, выдергивай, она заглушает сигнал. А это безопасно? Может, просто ее вынести? Она еле жива, ты хочешь ее угробить? Если есть внутреннее кровотечение или что-то еще, монитор это отловит. Вытаскивай щепку. Да, есть чип. Сейчас выну. Проверь биомон. Что-то поменялось? Здравствуйте, Сандра. Если вы в сознании, лягте на бок. Ожидаемое время до прибытия скорой помощи к месту вашего положения – 180 секунд. Монитор сказал, травма будет через 3 минуты. Ваш страховой тариф покрывает 90% стоимости транспортировки и лечения. Попроси это. Вынимай ее из этой херни. Джеки, ты это? Стой на стрёме. Мало ли кто завалится. Всегда готов, Ви. Не ссы. О, блядь! Она уходит! Ви, что у вас там? Не молчи! Только этого не хватало! Джеки, инжектор! Лови, эссе! Ну, вроде... Вроде помогло. Фуэр, эссе! Выноси ее отсюда!
крысы побежали с корабля. Наверное, застали связываться с травмой. Давай, выноси ее на балкон. Осторожно, идет посадка. Запущен протокол системы безопасности. Следуйте указаниям. Встань у входа! Пациентку на землю! Пять шагов назад! Быстро! ТТ-133 к центру. Получили пациентку НС-570442. Ввели стимуляторы. Дофамин 70 миллиграммов. Норадреналин 110 миллиграммов. Фибрин 800 миллиграммов. Все, уходим отсюда. Лифт едет прямо на парковку. Круто. Где бы руки помыть? Так, ухожу из эфира. До скорой встречи. Слушай, Ману, тут вот какое дело. Можно взять твою тачку? У меня свидание с Мисти. Не на метро же мне ехать. Буду выглядеть как абсос. Да бери, конечно, Джек. Только сильно не привыкай. Ты прямо мой спаситель, Ви. Что, может подбросить тебя домой? Ну давай. Я все равно устал. А, чуть не забыл. Позвони сейчас в Акака. Дай ей знать, что работа сделана. Ви, как все прошло? Клиентка жива-здорова? Относительно. Мы передали ее травме. Они поставят ее на ноги. Замечательно. Твое вознаграждение ждет. Приходи, забирай, когда захочешь, хоть сейчас. Но мне кажется, сейчас тебе больше всего хочется домой. Правда, Уотсон отцепили. Везде полицейские кордоны. Если хочешь проскочить, придется поторопиться. Спасибо за инфу. Я к тебе скоро заеду. Говорят, копы отцепили Уотсон. Если я не хочу ночевать где-нибудь под забором, надо сваливать отсюда на полной скорости. Положись на меня, Ману. Я поведу. Как же круто в Найт-Сити, а? Город как город, только большой. Нет, Ману, это не обычный город. Морган Блэкхенд, Эндрю Уэйланд, Адам Смешер. Тут рождаются легенды. Черт, жрать охота. Заскочим куда-нибудь. Ты как? Джеки, Уотсон блокирует. Ты не забыл? А, точно, блин. Мне кажется, или... так я и знал. У нас на хвосте висит фургон. Тингадл Ви. Не нравится мне это, совсем не нравится. Это они! Их остапута! Дави на газ, Джеки! Давай, Ви! Тингадл! Не могу, веди нормально! Какого хера? Мерда, пардон! Попались, мрази! Ви!
Не сдаемся, блядь! Ченгаду! Попортил я вид твоей малышке. Прости, Ви. Ничего, потом разберемся. Надо сначала вернуться домой. Черт, они явно решили не мелочиться. Уотсон блокирован, пока не будет дальнейших распоряжений. Меры безопасности. О, мадам! Какое счастье, что мы вас встретили, офицер. Серьезно? А что во мне такого особенного? О, у вас доброе сердце. Только тот, у кого доброе сердце, поймет, как сильно я хочу вернуться к своей девушке. Да ладно, своей девушке? Ну да. Она с ума сойдет, если я к ней не приеду. Я обещал ей, что буду образцовым парнем. Она дала мне шанс, понимаете? Жаль, что так вышло. Да сами смотрите. Не идеальный гражданин, но, по-моему, вполне достойный. Пусть едут. Больше никого не пропустим. Ладно, проезжайте. Большое спасибо. Хорошего вам вечера, мадам. А ты умеешь быть вежливым, когда захочешь. Когда это я был невежлив? Всегда. Я всегда очень вежлив. Ходер, ты глянь, Ви. Тут все серьезно. Как-то не похоже на обычную облаву. Так потому что это не обычные копы. Это Макс Так, охотничьи псы нашей полиции. Их вызывают только когда ситуация выходит из-под контроля. Хотя вот эти мужики им так, на один зуб. Все, спектакль окончен. Просто не надо было нарываться. Отлично. Скоро будем у тебя. А как же ты? Сейчас уже, наверное, в Хейвуд не проехать. Спокойно, Ви. Меня пропустят. Ты прямо уверен? Ну да. Я снова буду очень вежлив. Ладно, увидимся. Передай привет Мисти. Передам. Ай, Луэк. Вкус любви! Добрый вечер, Найт-Сити! Мой первый гость сегодня... Да. Забыла сказать. У знакомого нетранера для тебя кое-что есть. Пересылаю контакты. Хвала тебе, небесный мальчик. Наша вторая гостья – Карина Ли, ведущая популярного шоу «Чипуйся». Активная сторонница кибернетических имплантов. Ну, как жизнь, красотка? Не жалуюсь, Зиги. Спасибо, что позвал. Итак,
Сегодня я хотел бы обсудить с вами... Да блин, опять ворот заело. Мы уже два раза за ремонт платили. По-моему, нас наебывают. Ты что, не спал? Даже если нет, пора вставать. Я, кажется, что-то подцепил, когда подключался к биомону корпоратки. Нейровирус, наверное. Надо зайти к Вику. Пускай проверит, что там у меня в голове. Ладно, давай подброшу. Я на твоей тачке. Одевайся и спускайся. Жду внизу. Так чего ты стесняешься? Вы не в этом... Слушаю тебя. Привет, Вим. Это Реджина Джонс. Если тебе нужна работа в Уотсоне, звони. Как ты меня нашла? Откуда вообще меня знаешь? Я знаю, где искать информацию. Я ее коллекционирую. До связи, Ви. Полиция, открывайте! Нам позвонили. Мы хотим помочь. Мы знаем, что вы здесь. Здесь что-то не так. Падай, сука, давай! Эй, как дела? Держим курс на курс со знаменитыми нахуй! Нет, нет, нет. 14 не пойдешь. Очень мало. Привет, Ви. Хороший день для пары раундов. Ешь? Как тебе мой новый мальчик для битья?
Только что надрал мне жопу. 45-й ждет, не дождется. Прям поет после каждого выстрела. Ну, показывай. Большое спасибо. Совсем скоро начнется фестиваль Аратама Мацури. В честь него по улицам Найт-Сити проедут потрясающие многоэтажные телеги Даши. Программа фестиваля также включает музыкальные выступления виртуозов, играющих на видео, представление традиционных театров НО. Спонсором фестиваля является корпорация Арасаки. И, что не может не удивлять, сама Ханако Арасаки сообщила, что лично примет участие в параде Даши. Хочу от имени WNF пожелать вам веселого и мирного праздника. Повеселись, Найт-Сити. Ну что, поговорим о вчерашнем? В отчете все написано. А вот и наша звезда. Черт, я успел проголодаться, пока тебя ждал. Садись. Сейчас папа доест, и поедем к сеньору Вектору. Ты вчера говорил про какой-то сюрприз. Я правильно помню? Или меня глючит? И то, и другое. Ты же вечно все забываешь. Короче, так сложилось, что я нарыл для нас офигенную работу. Так. Ну, я, конечно, не знаю, насколько она офигенная. Но выдал ее один человечек. Как же его звали? А, да, Декстер Дешон. 150 килограммов фиксера. Чувак из высшей лиги Найт-Сити. Черный Христос по смерти собственной персоной. Как ты его уломал? Продался в рабство? Мы еще не доросли до тех, с кем Декс обычно работает. Мы с тобой нет, ты прав. А вот Тибак... Она нас познакомила. Мы встретились. Ну и там я сразу понял, что заказ наш. Потому что я умею произвести впечатление. Скажи. Да, Джек, еще какое. Мне казалось, он вышел из игры пару лет назад. Подцапался с темной конторой из Пасифики. И привет. Угу. 2 года назад, когда шла война банд. Декса тоже в эту жизнь затянуло. Столько людей тогда в землю положили. Дексу повезло. Он залег на дно, пока все не утихло. Время непорядочно прошло. Но теперь он возвращается. Джеки, это наш шанс. Дексу нужны друзья, то есть мы. И этим можно воспользоваться. Точно, эссе. Выиграют все. Что за работа? Мы хоть живыми вернемся? Наш мессия хочет поговорить с тобой лично, один на один. Так что сам понимаешь. Все теперь зависит от тебя, эссе. Ладно, договорись с ним. Послушай, что ему надо.
Дек, самый серьезный человек среди фиксеров. Ты сам знаешь, я ничего не имею против Падре и Вакако, но... Декстер, это высшая лига. Понимаешь, о чем я? Нет, если честно. Все как всегда. Приходишь ты на чужую территорию, местный фиксер сразу показывает, чей хуй длиннее, но улыбается тебе и обещает кучу денег и заказов. Но в любом случае, ты для него просто имя в записной книжке. Официант, который принесет ему на блюдечке большой кусок от клиентского пирога. Конечно, вы ходите вместе выпить, но бизнес есть бизнес. Gracias a Dios. Estoy lleno. Я пригнал твою тачку, отдал вчера знакомому в мастерскую, чтоб подлатал ее после гонки с мусорщиками. Спасибо, мило с твоей стороны. Мигель уж для меня постарался. Тачка ездит как новая. Это мы посмотрим. Ну что, дельтуем? Посмотрим, как она бегает. Погнали. Куда едем? Криперу? Эй, Эссе. Не гони, а? Я ж только поел. Я так и так собирался к Вику. У меня свидание с Мисти. Да ладно. Прохладно. Она милаха. Понимает меня с полуслова. Вот оно. Пошли, Ви. Найди меня, когда Вик почистит тебе хром. Обсудим работу, которую Декс нам приготовил. Но вы не властны над своими воспоминаниями, ибо не вам служат ваши глаза. Точнее... Ты чего? Не папа. Только вам! Нет, здесь просто моя знакомая работа. И вы надеетесь, что да, те, кто продал вам механические глаза, удержатся от искушения и не станут подглядывать? Так что с ней стало? Камеры окружают нас везде! Они есть и внутри вас! Наши радости, горести, вся наша жизнь! Если бы кто реально наблюдал, за мной уже охотились бы все копы и банды Найт-Сити. А если ты лишь пешка в их руках? Вдруг ты невольно исполняешь их приказы? Но кто они, спросите вы? Кто следит за нами? А я отвечу, это торговцы развлечениями с Альфа Центавра. Привет, Ви. Доктор Вектор тебя ждет. Превратили наш я тут пока посижу. Нам с Мисти надо поболтать. А? Божечки, живой пророк мирового заговора. Прямо как по телеку. Я всегда веселый, так жить легче. А если серьезно? Нас ждет очень хороший заказ от большой шишки из посмертия. О, это будет что-то опасное? Джессика увидит, дохнет от зависти. Охренеть, просто бомба, я обалдею.